2020 года в Зеленогорске состоится 4-й фестиваль творчества «Зеленогорский без границ». Но чтобы открыть этот фестиваль, конечно же, я должна пригласить сюда двух особенных людей, которые очень много сделали для нашего фестиваля. Встречайте, первый заместитель главы администрации муниципального образования Кандалакский район Просоленко Ирина Викторовна. И, конечно же, глава муниципального образования городского поселения Зеленогорский Самарина Ирина Николаевна. Как вы думаете, 29 февраля вообще вот это хороший день? Или, потому что мы вот тут прочитали, что вообще високосный год тяжелый. Как вы думаете, 29 февраля? Это отличный день. Вы согласны? Смотрите, они еще не верят. А вы согласны, что будет отличный день? Согласны. Ну что ж, вам слово. Добрый день, дорогие друзья! Зеленогорский, как всегда, удивляет и радует нас своим гостеприимством. Сегодня столько трудовых коллективов всего Кандалакского района собрались на этой сцене. И от всей души желаю вам хорошего настроения на весь вечер и море позитива. Дорогие друзья, сегодня в Зеленогорском праздник. Мы проводим 4-й фестиваль художественного творчества «Зеленогорский без границ», в котором выступят коллективы Кандалакского района. Следующий год юбилейный, и там обязательно будет сюрприз. Я уверена, что мы с Еленой Владимировной придумаем что-нибудь интересное. Елена Владимировна слышит об этом первый раз. Вот. И порадуем в очередной раз наших зеленоборчан. Сегодня я хочу поблагодарить наших дорогих участников, руководителей, которые переживали вместе с участниками, которые готовили их к этому мероприятию. Хочу сказать вам огромное спасибо за энтузиазм, инициативу, за творчество, за то, что вы собрались сегодня здесь. И сегодня вы нам подарите всем настоящий праздник. Спасибо вам огромное, Ирина Викторовна. Ну что, начинаем? Фестиваль «Зеленогорский без границ» объявляется открытым.